Всех приветствую на канале Animal Life. Пёсик погнался за кроликом и застрял в его норе. В доме британки Сары Маклеллан живут две таксы. Однажды один из ее питомцев пропал, что сильно расстроило Сару. Женщина и ее муж незамедлительно приступили к поискам собаки и опубликовали в социальных сетях объявление о его пропаже. К удивлению для всех, собаку обнаружила ее же сестра такса Эдди. Во время ее очередного выгула она неожиданно остановилась около кроличьей норы, которая находилась недалеко от дома. Супруг Сары решил прислушаться к норе, привлекшей внимание собаки, и обнаружил, что прямо из-под земли доносятся странные звуки, напоминающие собачий вой. Он позвал на помощь своего друга, и вместе им удалось спасти Ральфа из земляной ловушки в течение 2 часов. В нору Ральф угодил из-за собственного любопытства, он забежал туда за кроликом, но после не смог выбраться оттуда самостоятельно, застряв в достаточно узком проходе. Собака 5 дней просидела в тесной и темной норе, пока его не обнаружили хозяева. К счастью, Ральф особо не пострадал и, выбравшись наконец из ловушки, как ни в чем не бывало, радостно побежал домой. У него были стертые когти на лапах. Скорее всего, малыш пытался копать, чтобы спастись. Когда Сара увидела любимца на пороге дома, она не могла поверить своим глазам. Сара призналась, что пропажа Ральфа стала большой трагедией для их семьи. Особенно сильно переживал их сын, который каждый день интересовался, не нашелся ли питомец. Теперь все члены семьи счастливы и спокойны. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.